Болить горло. Спробуй Зіпелор льодяник. А зараз у нас є на зв'язку полковник запасу Збройних сил України, військовий експерт, льотчик-інструктор Роман Світан. Кажу вам доброго дня і кажу вам слава Україні. Героям слава, бажаю здоров'я, хлопці. Дякую вам. Скажіть, будь ласка, з'явилася інформація від Інституту вивчення війни, і вони проаналізували аналітики, для чого, в принципі, міністр оборони Росії Сергій Шойгу приїжджав в гості до Лукашенка і Хреніна, відповідно, міністра оборони білоруського. І розповідають, що хочуть натиснути таким чином на білорусів, щоб схилити їх до війни проти України. Що цей тиск, на вашу думку, може спровокувати? Такого рода давление, скорее всего, нужно России сейчас для того, чтобы добрать все запасы, которые еще есть у Белоруссии. У Белоруссии довольно-таки немало запасов еще советской техники, так как в свое время, когда выводились войска из стран Варшавского договора еще при Советском Союзе, техника и боеприпасы заводились и в Украину, и в Беларусь. Поэтому этих запасов еще хватает, пусть они старые, но они, тем не менее, подходят для той российско-советской, советско-российской техники, которую воюет российская армия. Потому один из основных, скорее всего, месседжей все-таки был для того, чтобы выбрать и добрать все, что можно еще по технике и боеприпасам. Второй – это у Лукашенко есть оккупационный все-таки режим, около 15 тысяч штыков, реальных штыков, которые могут выполнять боевые задачи. Пусть они не обстреляны, они не были на фронтах практически нигде, но тем не менее это боевая сила, причем довольно-таки мощно скомплектованная. Ее можно будет использовать, если Лукашенко на это пойдет, то в принципе этот корпус можно будет использовать россиянам на Донецком и Запорожском фронтах, так как они все-таки там сыпятся по некоторым позициям. Луганский фронт сыпется у них. В ближайшее время мы увидим прорыв фронта. И Запорожский фронт также сыпется. Я думаю, мы также увидим прорыв фронта. И дальше выход на оперативный простор и на Луганском, на Запорожском направлении украинских войск. Для того, чтобы поддержать и увеличить плотность войск российских, россиянам нужен этот корпус. Вряд ли есть определенное давление для того, чтобы Лукашенко вступил в военные действия с территории Белоруссии на Украину. Это практически нереально, потому что этого корпуса недостаточно для, даже для выполнения какой-то простой боевой задачи, а усиление войск там не предвидится на ближайшее время. И есть еще один кейс, связанный с ракетными атаками. На территории Беларуси расположено несколько батарей «Искандеров», ракет баллистических. В последнее время Лукашенко их не дает использовать. Потому, скорее всего, может быть, это также и давление на использование «Іскандерів» с территории Беларуси. А скажіть, будь ласка, зараз ще до питання, де фронт може прорватися, повернемося. А чому Лукашенко не надає користуватися своїми «Іскандерами»? Дело в том, что сейчас уже военно-политическое руководство Украины для себя приоритетом, одним из приоритетов выбрало превентивные удары, так называемые. Поэтому любое движение и любой обстрел с территории Белоруссии будут восприняты как агрессия с территории Белоруссии, будет нанесен ответный удар, может быть даже превентивный удар по точкам пуска, а может быть и по военным объектам, которыми являются, допустим, объекты, производящие тоже дизельное топливо или бензин, а это Мозырский НПЗ, потому потерять Мозырский НПЗ, который расположен там в нескольких десятков километров от белорусско-украинской границы, он, скорее всего, не хочет, потому и не дает согласия на такого рода действия. Причем в последнее время к Мозырскому НПЗ были подтянуты, развернутые комплексы «Триумф» С-400, это противовоздушная оборона, то есть они готовятся к тому, что может быть нанесен удар и по Мозырю. Зрозуміло. І цікавить оце число, яке ви назвали, 15 тисяч штиків білоруських, які можуть піти воювати. А до цього Лукашенко називав, якщо не помиляюся, від 30 до 40 тисяч, які знаходяться на балансі в Білорусі особового складу, скажімо, які мають можливість воювати. І він казав, що це просто недостатньо і нічого не змінить у цій війні. Звідки цифра 15? Дело в том, что он называл ту цифру, которая есть в любой, в принципе, армии. Допустим, армия России составляет 1 800 000, больше 1 800 000 человек. Это если считать от уборщицы до
маршала. То есть они сейчас еще пытаются ее увеличить до 2 миллионов, но воюет не больше 200 тысяч. То есть примерно та же цифра и у Лукашенко. Он называет определенные цифры, связанные как раз с теми, с тем количеством, которое не будет воевать все. То есть, а именно штыков, которые могут поддержать российские войска около корпуса, то есть это больше, ну, где-то полторы дивизии, можно говорить о корпусе, около 15 тысяч человек, не более того. Это примерно та цифра, которая, это цифра войск российских, выходящих с правого на левый берег. Основные войска, примерно такой же корпус, около 15 тысяч человек, с правого на левый берег Херсонской области. Пане Романе, якщо говорити про фронт, ми прекрасно знаємо, що всі сили, найбільші сили свої рашисти, як живу, так і важку техніку, кидають на схід. Це є Білогірівка, Бахмут, Авдіївка, Мар'їнка, Вугледар. Скажіть, будь ласка, от ми бачимо, що за останні особливо дні зуміли хоч трішки на сотні, 200 метрів, десь і пів кілометра рашисти просуватися в районі Бахмуту. Який ваш прогноз по Бахмуту? Змоделюємо ситуацію, якщо раптом так трапляється, що рашисти беруть Бахмут. Наскільки це є критично? І якщо ми говоримо вже далі про те, якщо там є в районі Бахмуту найбільше насичення російських військ, то де на лінії фронту власне окупант відчуває найбільший голод в живій силі і де ми можемо пробувати контратакувати? Потеря Бахмута для украинских войск, она, в принципе, проблем не принесет. Следующая линия обороны – это водовод, который идет из-под Славянска на Горловку. Это как раз Часовьяр за Бахмутом. То есть украинские войска будут удерживать уже эту линию обороны. Там как раз очень хорошая рокадная дорога вдоль этого водовода идет как раз из-под Славянска через Часовьяр, Курдюмовку и дальше на Горлов. В последнее время россияне как раз вдоль этого водовода и стараются идти с юга, то есть с Горловки, с Майорска на Курдюмовку. Вы бачите, про від Сіверського до Донця, оцей от Донбас, водоканал 15-метровой шириною? Так точно, да. Вдоль него, то есть сам по себе водоканал этот, он идет по ровной местности, параллельно ему идет дорога, очень хорошая трасса, которую также можно использовать в качестве оборонного рубежа. Эту трассу и этот водовод как раз россияне не перешли на правую сторону. То есть они идут с левой стороны сейчас, со стороны Майорска, вот на Курдюмовку. Курдюмовка как раз вдоль этого водовода. И дальше они пытаются выйти на Часовьяр. Это уже тыл Бахмута. Это движение произошло из-за того, что был определенный лаг по времени у россиян. Где-то полторы-две недели после того, как они ушли с правого берега, они сразу через Мариуполь доукомплектовались и вышли на Бахмут, усилив давление со стороны Горловки в сторону Бахмута. Потому несколько километров им они смогли взять. Но не более того, наши войска через пару недель подошли. Вот последние 2-3 дня уже наши резервы в районе Бахмута. Я не думаю, что Бахмут будут сдавать. Проблем, в принципе, никаких нет. То есть отойдем и на линию этого водовода. Это несколько, полтора, по-моему, десятка, два километра до Часовьяра. Но нет пока смысла его сдавать, так как сам по себе Бахмут – это очень хороший укрепрайон. Потому, я думаю, будут удерживать украинские войска, и проблем там больших не будет. А вот плотность войск у россиян очень низкая в районе Запорожского фронта. Это как раз направление от Гуляйполя на Пологи, на Бердянск. Там практически нет населенных пунктов, где можно было бы как-то рассредоточиться. И именно и ровные степи – это самая оптимальная, кстати, точка выхода на рубеж Азовского моря, на побережье Азовского моря, район Бердянска из-под Гуляйполя. Потому россияне сейчас определенные действия производят по увеличению плотности войск на этом участке фронта. Но это практически нереально. Даже белорусский корпус 15 тысяч человек им не поможет. Ширина фронта около 300 километров, глубина 100 километров. Здесь надо иметь около 300 тысяч войск для того, чтобы плотность российских войск могла удержать, допустим, прорыв, если он будет украинских войск на Азовской побережье.
А пане Роман, скажіть, будь ласка, що може подальші дії може спровокувати, якщо от покидатимуть буде прорив фронту і відступатимуть росіяни з Запорізької окупованої області? Дело в том, что такого рода действия перережет сухопутный коридор, которым крымско-херсонская группировка питается с материковой России. Это единственный сухопутный коридор, там железная дорога и сухопутная трасса идет. Перерезание этих двух трасс переведет крымско-херсонскую группировку в режим оперативного котла. Повторный удар по Крымскому мосту, это будет 100% оперативный котел. Весь Крым и вся Херсонская область. Естественно, им придется уходить с Херсонской области в Крым, это как минимум, если успеют, так как еще есть одно определенное направление движения украинских войск в районе Новой Каховки. Сейчас есть моменты, связанные с тем, что Новокаховский плацдарм может быть использован украинскими войсками для форсирования Днепра в районе Каховской гидроэлектростанции, а там уже около чуть больше 70 километров до Армянска. Это перекоп, вход в Крым. И тогда вся херсонская группировка будет рассечена на два мини-котла, так называемых. Котел Олешковский слева очень хорошо вы показали сейчас. Вот левее этой черной линии котел организуется с одной стороны Черное море, Днепр и наши войска, которые будут выходить с Новой Каховки на Армянск. И второй котел может организоваться уже крымско-херсонский, который это, в этом котле может оказаться и Энергодар, в том числе Запорожская атомная станция, после нашего выхода на любую точку Азовского моря. А скажіть, будь ласка, от якщо ми проговорили з вами, пане Роман, дуже добре про південь. А якщо говорити про північний схід, Троїцьке, Сватове, Креміна, що нам там очікувати? Тому що за повідомленням місцевої адміністрації, власне, через те, що в останні дні є мінусова температура, це є сприятливі для нас умови, бо начебто наша колісна важка техніка зможе краще просуватися, маневрувати, відповідно виконувати бойові завдання. Для колесной и гусеничной техники зимнее время, особенно вот такое, как сейчас, когда очень сухо, вышел антициклон, очень холодный сухой ветер до -3-5 градусов, уже промерзший грунт до 20-30 сантиметров выдерживает и колесную, и гусеничную технику. Сейчас время для наступления лучше, чем даже летом. А почему? Потому что первое, практически весь грунт это после промерзания, это практически очень хорошая дорога, что трасса для техники. То есть она может идти просто по полям, так как грунт ее удерживает. Потому любое направление, оно может быть приоритетным. А второе, вода сошла, там довольно-таки сухие грунты. Последние несколько лет было засушье, даже ушла вода с колодцев, потому высохла очень быстро, и потому сейчас мы уже видим начало движения украинских войск на этом фронте практически в трех местах. Первое – это с Купянска идем вдоль трассы железной дороги на Купянск, где-то в районе уже километров 15-20 от Сватова, от Купянска на Сватова. Второе направление – это от Макеевки на восток. Это Луганская Макеевка, на восток, в сторону Краснореченского, это уже левая сторона реки Красной. И очень хорошее направление, сейчас оно перспективное, уже несколько километров мы прошли, от Краснопоповки в сторону Кременной, вдоль трассы как раз Сватово-Кременная. Потому все три направления сейчас будут задействованы, активизированы, и в ближайшее время мы, наверное, еще быстрее, чем прорыв Запорожского фронта, увидим прорыв этого укрепрайона Сватово-Кременная, форсирование реки Красная и дальше выход на оперативный простор. Как раз по очень хорошей, ровной, уже сухой поверхности украинские войска смогут развить наступление в сторону Счастья или Старобельска. От, власне, пане Роман, скажіть, будь ласка, от як ми прорвемо через Червону Попівку і далі Рубіжне, ми звідти там краще рухатись, ви кажете, Старобільськ і Щастя, чи все-таки йти в бік Білогорівки вниз? Діло в тому, що Білогорівка – це правий берег Сєвєрського Донця, там вопроси рішает Сєвєрська группировка, вона більше зав'язана на Бахмутську, Славянську, Краматорську. Чуть другой
регион, они будут параллельно идти просто с тем фронтом, который будет идти с левого берега Северского Донца. Все зависит от силы средств, которые приданы командованию по секторам, и Луганскому, и Донецкому. В зависимости от этих сил и средств будет выбран самый оптимальный вариант либо выхода на счастье сразу, это если будет достаточно сил и средств для того, чтобы удержать фланговые удары, или, может быть, вариант первоначальной — это деоккупация Кременной, Рубежного и Северодонецка вместе с деоккупацией Лисичанска по правому берегу Северского Донца. Власне, підтвердження ваших слів, що от зараз в самі вже воєнкори рашистських пабліків повідомляють, що другу лінію оборони вони будують, ну це Сватовий Кремінал, звісно, але там все дуже в них недобре. Другу вони будують, власне, Старобільськ щастя і кажуть, що там теж серйозні вже оборонні редути будують. Пане Роман, дякую вам за цю розмову, дякую, що ви мали час в неділю нам розповісти, як і що відбувається на лінії фронту. І детально розповіли фахово, куди Збройні Сили України матимуть змогу просуватись. Дякуємо вам. З нами був Роман Світан, військовий експерт, льотчик-інструктор і полковник запасу Збройних Сил України.